Найдите наибольшее целое число, удовлетворяющее неравенству. X умноженное на скобку. 3 минус корень из 10. Больше, чем 2,5 умноженных на скобку. 3 минус корень из 10. Для начала перепишем. X умноженное на скобку 3 минус корень из 10. Больше, чем 2,5 умноженное на скобку. 3 минус корень из 10. Рассмотрим множитель 3 минус корень из 10. 3 минус корень из 10 равняется 3, представим, как корень из 9 минус корень из 10. Отсюда можно сделать следующий вывод, что этот множитель меньше нуля. Разделим наше выражение на этот множитель 3 минус корень из 10. Тогда у нас получается x меньше, так как мы делим на отрицательное число, следовательно, знак неравенства меняется на противоположный. 2,5 умноженное на скобку 3 минус корень из 10, знаменатель 3 минус корень из 10. Сократим. Тогда у нас получается x меньше, чем 2,5. Нарисуем числовую прямую и отметим наш интервал. 2,5 это выколотая точка, меньше это левее. Решение нашего неравенства это x от минус бесконечности до 2,5, не включая. Наибольшее целое число это x равное 2. Запишем ответ. X равняется 2. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.